Блогер Далида Отор пожаловалась на руководство одной из школ Отрадного, которая настойчиво предлагает школьникам и их родителям перейти на так называемую индивидуальную траекторию обучения с помощью электронного образовательного комплекса, планшетника с соответствующей программой. Цена вопроса – 22 тысячи рублей. Никто в нашем городе, продолжает блогер, еще не обучался по этой системе. Смутное представление они имеют и учителя. И что же нам делать, вопрошает автор. Стоит ли нам выкладывать такую недемократичную сумму и превращать ребенка в потенциальный объект нападения для разных желающих поживиться легкой добычей? И как эта система будет соотноситься с действующими образовательными стандартами? Не платите. Практически единогласно прокомментировали пост читатели. Это афера с далеко идущими последствиями. Пусть уж лучше они сделают платные классы с бесплатными планшетами. Блок «Новости самарской полиции» призывает жителей губернии поддержать самарчанку во всероссийском конкурсе, организованном МВД страны «Мама в полиции». В конкурсе выбирается лучшая мама среди сотрудниц подразделений по делам несовершеннолетних. Наш регион представляет старший инспектор 2-го отдела полиции города Самара майор Лилия Жилина. Голосование завершается 30 мая.